Что ж, дешево и сердито – это про физкультуру и спорт по месту жительства. Зима близко, подготовку спортивных сооружений к зиме инспектируют специалисты мэрии. Они сообщают, что новые лыжные трассы появятся в парке 300-летия и на Зеленом острове. Территории для самостоятельного занятия спортом осветят. Особое же внимание уделяют надлежащему содержанию дворовых хоккейных площадок. А вот здесь придется поработать с коммунальными службами и самими жильцами. Когда хоккейная коробка есть во дворе, дом делится пополам. Половина готова для того, чтобы помогать, заливать, давать освещение, заливать воду. Вторая половина, в которой дети уже либо выросли, либо все, это раздражающий фактор. Необходимо работать с управляющими компаниями, с водоканалом. Допустим, такие управляющие компании, как Центр, Сервис, Левобережье, берут на себя очень часто оплату по освещению протяжении всего зимнего периода. Значит, многие управляющие компании берут на себя заливку именно воду конкретно.